Здорово! Сегодня в видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давайте посмотрим, какой колхоз нам сегодня сделает автосборочка. О, это прям какой-то грузовик с двумя ураганами на 11 500 очков мощи. Без газгена мы никуда не уедем, конечно же. Ну и тут даже радар стоит. Синий, но стоит. Это очень хорошо. Ладно, давайте протестим это в рандоме. Давайте-ка попробуем даже стрельнуть. Радар у нас сегодня стоит. Чудо совершилось, автосборка поставила радар, поэтому мы можем стрелять. О да, это что мне такое прилетело? По-моему, даже Союз стрельнул, непонятно. Такое чувство, что стрельнул какой-то чувак, и об меня взорвалось, но хпшки вроде все на месте. Ой, фура моя тут падает, держи. Ну-ну-ну, давай-давай-давай, ураган, попадай. Ах, одна ракета только попала, к сожалению. Мне лезть вообще не вариант. Мне нужно как-то встать удачно, чтобы настреливать. А тут карта маленькая. Я не могу встать так, чтобы настреливать нормально. Потому что всякие укрытия мешают мне это сделать. Держи. Есть, подбил я его даже. Давайте, добивайте. Николай Босс у чувака ник. Два человека еще осталось, но я особо ничего не навоевал здесь, по сути-то. Ну-ка. Не успею уже. У меня перезарядка только прошла. Вон последний. Последний брателло. Ох, нифига себе, у меня бахнуло. Газген нормально так у меня взорвался. Держи, давай, ураган. Даже что-то я ему сделал. Ну все, я как бы приехал, моя фура больше уже не может ездить. Моей фуры вообще какой-то огрызок остался, если честно. Но ураганы на месте. У нас победа и 521 очко за бой. И предпоследнее место по команде. Второе с конца. Ладно, давайте-ка что-нибудь другое соберем. Ну-ка. Ох, я уже видел, там бочки как стоят. Ну, вот это уже интересно. Это у нас на кабине жокей. Мне еще ни разу не собирало ничего на этой кабине. Газген зачем-то стоит. Зачем здесь газген? Три энергии вообще не используется. Фафнир с чертом. И что у нас тут еще стоит? Озноб, нерв, боезапас. Мало ли перезарядка понадобится, там патроны, может быть, закончатся. Жесткач, Максвелл, ну и, собственно, еще и бочки стоят. Ну ладно, погнали тестить вот это вот. Это что там такое у нас спереди? Не понимаю, что это такое собрал, чел? Что это такое? Ай, блин, народ что строит, я в шоке просто, моя автосборка отдыхает. Ладно. Давайте, кабина жокей вообще не едет, мне это уже не нравится. Ну-ка, кавказчика, хоть пострелять по нему, что ли. Я скажу спасибо автосборке, что хоть какие-то радиаторы стоят. Не самые плохие даже, самые лучшие, можно так сказать. Это нерпа и озноб. Если бы две нерпы стояло, то было бы вообще зашибись. Давай, давай. Нет, не-не-не-не-не, не взрывайся. Так, уехали, я его даже взорвал, хорошо. 200 очков я за него получил, даже 300. Давайте-ка попробуем выиграть даже. Вот это вот ездит, блин, я в шоке. Что ты такое сделал, братан? Он еще и стреляет. Офигеть, блин, я в шоке. Этого взорвали. Нормально. Сегодня автосборка у нас тащит, судя по всему, да? Ездим тупо вот так вот, всех добиваем. Вот это команда, я даже не знаю, что сказать. Пацаны, вот сюда. Так, давай. В атаку, братан. Я не знаю, что ты собрал, но у тебя что-то явно новенькое. Давай. Поехал, смотрите. Давай, давай, давай. Ну, фигачи у вас одной искры. Я верю в тебя. Мы реально тащим этой командой. Я в шоке просто. Вот с этим союзом мы играем нормально. Прикольно, что могу сказать. Ну-ка, давайте вот этого примем. Братан, братан, стой. Ну, слушайте, черт и Фафнир неплохо так стреляют, на самом-то деле. Сочетание специфическое, но урон неплохой получается, смотрите. Мы едем на 7000, получается, и довольно-таки легко всех валить. Еще когда такие у нас чуваки в команде, его подбили в итоге. Братан, я за тебя отомщу сейчас. Сейчас всех порвем. Давай, а, он с той стороны. Ну-ка, стоять. Это вереск. Ты что, нашего чувака решил добить? Он добил его. Все, у нас победа. Не, ну, крафт у чувака был вообще бомбический. И у нас 1359 очков за бой. У меня до МВП не дотянуло. Чуть-чуть. Совсем автосборочка, но было интересно. Так, давайте что-нибудь другое соберем. Ну-ка. Этот крафт мне, в принципе, понравился. Не, такой я не хочу. Такое уже было миллион раз. Какая-то машина новичка. О,
А вот это что такое? Я вообще боюсь представить, как это будет кататься и как у меня будет бочка взрываться сразу же. И это у нас на 4000 Гелиос, который стоит по всем правилам кроссаута, конечно. Одна деталь вот так вот отлетит и все. А Гелиоса не будет потом. Просто шедеврально, что могу сказать. Газген стоит. Не, Газгена не стоит, да ладно, таймыр. Это чтоб мало ли там Гелиос перегреется быстрее, охладить его. Бочечка для фарма бенза, чтоб весь бенз выфармить, и жесткач с Максвеллом. Ладно, погнали вот это вот тестить в рандоме. Кстати, хочу объявить о том, что в нашем Discord сервере стартовал новый конкурс, где мы разыгрываем боевой пропуск Спрута, Мортисов и Примок, поэтому кто хочет поучаствовать, заходите, ссылка есть в описании, и все условия находятся там в канале розыгрыша. Заходите. Так, пацаны, мне нужна приманка, потому что у нас новейший уникальный геймплей, Гелиос на одной конструкционке, и я не могу один на один выезжать. Потому что Гелиос у меня отлетит с одного выстрела. Блин, ну это гениально, конечно, ставить Гелиос на скос и все. Я бы понял, если бы была крыша БТР там. Ну ладно, автосборка это любит делать. Я уже привык к этому. Ну блин, скос. Зачем? Ой, пацаны. Кстати, плазма на темных картах отличается. Она более такая синяя, что ли. На светлых картах она голубая. Здесь же она такая синяя, прикольная. Мне нравится цвет. Отличается немножко. Ладно, давайте-ка союзы тут подъехали. Будем настреливать. Не-не-не, не ко мне. Не ко мне. Да что ты по мне-то стреляешь? Я свой. Я понял. Классный бой вообще. Я поражаюсь просто над союзами. Союзы уже меня фигачат. Без интерфейса, видимо, кто-то играет. Офигительно просто. Взяли своего же союза, обстреливают. Молодцы. Такие крафты вообще забавные у всех. Маленькие, быстрые. Иногда покататься на малом оме интереснее, чем на среднем или высоком. Можно время от времени сюда заходить. Ой, я ему что-то отстрелил, ничего себе. Ну-ка, где вы там? Блин, тут же нашего завалили на самом-то деле. Запалы тут даже катаются. Здесь есть абсолютно все пушки. Даже иногда кто-то легендарки умудряется ставить, как я. Такой колхоз собирать. Давайте Хайраста домучаем уже. Хайраст, все. Домучили, у нас последний вон там остался. Все, это победа. Союзы молодцы, всех уделали, и у меня 549 очков за бой, а также пятое место по команде. Давайте что-нибудь уже соберем нормальное. Кто-то пишет, повезет, не повезет тут, да, ты угадал. О, ну блин, там же был Хойер, и мне собрало вот это. Ну, на 3000, мне кажется, вот это будет хорошо кататься. Здесь не стоит, по сути, ничего, здесь зачем-то боезапас опять же стоит. Буря стоит на раме. Ну и циклон тоже на раме стоит. Они крутятся? Они даже крутятся. Офигеть, не встать. Ну слушайте, сейчас будет просто непрерывный нагиб, мне кажется. Если меня запустит в бой, то мы на этом поедем. Итак, погнали. Если честно, меня закинуло очень быстро. И ботов у нас здесь по 3 штучки, конечно, но закинуло буквально мгновенно. Я удивлен. На 3000 даже кто-то катается. Ну давайте, сегодня у нас выпуск малого ома. Здравствуйте, у вас-то крафт будет поинтереснее, чем у меня. На самопалах, это видимо какие-то новички, потому что новичкам выдаются наборы с самопалами. И вот они уже что-то собирают. Здрасте, я хоть ботов посмотрю, какие они на этом оме. Это что такое вообще? Фига себе. Это у нас на гоблинах что-то собрано. Ой-ой-ой, вот это уже было опасно. Это уже, кстати, был человек. Ну-ка, давайте-ка попробуем его завалить. Что вы такое собрали быстро, я не понимаю. Тоже что-то на самопалах. Давай, помогаю. Есть, я спас своего союза, давай, поехали. Тут месиво так быстро все происходит. Вообще. На малом оме кататься на самом-то деле интереснее, чем на высоком. На высоком оме постоянно что-то там катаются, что-то делаются долго. На малом оме вот так вот всех обстреливаешь быстренько. Да что ж ты творишь-то, союз. Все толкаются, правда, еще. На-на-на-на-на. Обрез тебе отстрелить. Это не бот, кстати, я только сейчас заметил. Мэри на Фениксе не нужно бы не стрелять, потому что мне будет хана иначе. Перегрев, конечно, очень быстрый тут вообще. Сразу же практически все перегревается. Ну-ну-ну, добить тебя! Ну-ну, давай! Только не Феникс, только не стреляй. Молодец, лучший ботяра. Давай этого. Пацаны, да тут вообще можно такой нагиб делать на таком крафте. О, блин, я испугался, это набор Куплинова. Нет, он меня сейчас завалит. Без колес иди до... Он перевернулся. Давай, до свидания, братан. Сегодня не твой день. Прикольно.
Такие тут угарные крафты у всех. Я поражаюсь, я уже 2000 настрелял. Так, где последний? Мне главное не слиться от ракет каких-нибудь. Сейчас какой-нибудь меня новичок завалит и все. О, я вижу. Нет, 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 не надо меня на аккордах валить. Циклон отлетел, все, походу, до свидания. Так, аккорд, 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 стреляю. Аккорд, у меня перегрев, блин, меня новичок уделал, офигеть. Ну, слушайте, интересно кататься на самом-то деле. 2124 очка за бой у меня, первое место, и меня завалил ботяра. Ой, не ботяра, а новичок. Ладно, давайте что-нибудь другое соберем. Ну-ка. О-о-о. Ну там же было что-то такое топовое на фаворите, выглядело даже хорошо. Вот это что? Что это такое? Это сумматор, арбитр, шило, прицел, чтобы не промазать. Еще и с перевесом. Как я на этом буду кататься, скажите, пожалуйста, что здесь еще стоит? Это на 5000 с ампером? Не, ну если бы это было без перевеса, я бы поехал, но это нереально на этом кататься. 56 км в час, ну это невозможно. Ох. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Абаба. Это что такое вообще? Погодите. Офигенно. Штырь. И искра на три цикле. Вы такое видели когда-нибудь? Вот это что вообще? Что это за произведение искусства? Здесь еще и заряд. Ооо. Что это такое? Я уж думал, я все видел в автосборке, но нет. Тут еще и бочка где-то стоит. А, это есть бочка, вот она. Здесь еще и для фарма бенза бочечка стоит. Как на этом кататься вообще, скажите, пожалуйста? Она ж не едет. А, не. Она едет? Погодите, я что-то как-то не совсем понимаю, что мне собрало. Но, видимо, это новая мета, нужно протестить. Я даже не знаю, как вот это описать. Это какое-то произведение искусства. Ну, сразу видно, что это победа. Блин. Промазал. Мне нравится то, что штырь вообще по земле волочится. Он вообще может попадать, нет? О, он может даже вверх вот так вот нацеливаться. Фига себе. Вот это до чего техника-то дошла. Блин, по мне попали. Ладно, нужно бежать отсюда. Желательно сразу в гараж. Потому что от меня, по-моему, только неприятности будут. Ну, да что ж ты опять промазал-то? Как с этого штыря играть, который в землю смотрит? Ну... Есть, я попал, 149 хп снес, да. Это результатище. Блин, не скатывайся, пожалуйста. Ну куда ты трицикл-то мой поехал? Что это вообще? Он даже не едет. Ну, как-нибудь навестись. О, искра, давай. Искра, поехали. Пацаны, эта тачка вообще неуправляемая. Она тупо дрифтит постоянно. Давай, искра, искра, подключайся. Мега урон. Мега урон пошел. Ну, добить. Да. Нет, я не добил. Ну, блин, мой килл подрезали, да, тут ничего не скажешь. Печально, и такое бывает. Так, у нас там сверху какой-то чувак сидит. Его нужно подбить. Да, вот это мне еще ни разу не собирало. Давайте напрямки, я не боюсь никого. Стой! Он убегает. Ну-ка, стой! Стой, 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 стой! Куда ты поехал? Кирито! Кирито, стой! Кирито, стой! Ну, ё-моё, я не могу по тебе попасть, остановись. Стоять, все, ты приехал. Он уже ничего не сделает, потому что я лоэрс. Опять мой килл подрезали. Ой, здрасте, ну-ка. Штырь, давай в атаку. У него испепелитель стоит, ты куда поехал-то? Туда его, давай, полетел. А, я случайно с ним упал. Как бы здесь наши полномочия закончились. Прикольно. Шедевральный крафт. Ничего не скажешь. Где последний? Давайте добивайте его. Я такой огромный вклад в этот в бой этот внес. Это вообще пипец. Такое уронище нанес. Давай. За мстителей добивай его. Вот этот крафт на самом-то деле, наверное, вообще хорошо катается. У него прочки дофига. Мы на 5000 очках мощи. И у него три мстителя стоит под днищем. Это вообще топчик, наверное. У нас победа. И сколько очков за бой? 569 очков за бой. У меня четвертое место. Я не занял последнее. Давайте последний крафтец на сегодня соберем. Итак, крафтец. Нет. Не хочу определенно вот это. Я не хочу вот это. О, ну там же был Хойер. Да не хочу я. Этот крафт, кстати, у нас был уже один раз, поэтому я не буду его брать. О!
А вот это мне нравится, 5800 очков мощи. Здесь у нас копья и комбайн, хамелеон, жесткач. Слушайте, а вот это мне нравится, давайте-ка напоследок на этом прокатимся. Давайте попробуем даже кого-то затаранить. Крафтец у нас достаточно быстрый, копья есть, комбайн, и это все на 6000. Ну, вообще мы на 5 ехали, но нас закидывало на 6. Братан, давай я тебе помогу. Давай, езжай. Давай. А меня нету, все. Ракеты по мне не зарядишь. Ой, что-то я не по плану. Стоять. Меня уже пилить начали. Я вообще-то пильщик. Куда ты поехал? Ладно, не тебя. На тебе. Воткнулись ему, сразу все тут взорвали. Допилить осталось. Братан, сегодня не твой день, определенно. Ну, да отпились ты уже, ё-моё, чё такой бессмертный-то, а? Смотрите, не пилится и все. Есть, его запилил наконец-то. Привет. Теперь ты. Твоя очередь. Стоять, куда ты поперся? Блин, на своих квазарах. Квазары прошлый век. Сегодня тащит автосборка. Да стой ты. Стой. Все, ты попал, походу. Надеюсь, по крайней мере. Он убегает, он мог отстреливаться. Он что-то убегает от меня. Да стоять. Молодец, лучший. Ну-ка, давай еще вот так. Молодец, просто красавчик. Кабинка осталась. Кто следующий? Он мог меня уделать вообще по 100 раз, но почему-то решил убегать. Спасибо тебе, чувак. У нас осталось еще 3 союза, включая меня. И еще целая команда. Я не знаю, что я сделаю. Я ничего, наверное, не сделаю. Если только под шумок зайду. Привет. Привет, братан! Вот это я удачно зашел. Вот, все замечательно. Так, кто следующий еще хочет быть взорванным? Давайте союзы тащим. Ой. Ой. А вот это очень страшно. Меня сейчас, походу, завалит. Отвлекалово, союзы, давайте отвлекаемся. Все, вот так вот взрываем. Мы всю команду уделали. Кстати, у меня комбайн отлетел. Давай. Добивай его. Выкидывай его отсюда из базы. Все, размазали просто всех. Победа МВП у нас. О, вот это бой, кстати, был удачный. 1468 очков за бой. Я этот крафт, наверное, оставлю. Выложу на выставку, пацаны. Поэтому ждите, можете по нику найти. Ник у меня Crossout Lovers, кто не знает, как название канала, только в одно слово. Ну а на сегодня, я думаю, закончим, потому что хватит колхоза, нужно остановиться. Пишите в комментарии, как вам сегодняшний выпуск. Ну а на сегодня все, если понравилось это видео, прожимайте палец вверх, буду рад вашей подписке, до новых встреч, пока! Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous.